4 месяца – это много или мало? Но если говорить об отрезке, на котором ты не видишь свою любимую команду, наверное, это целая пропасть. Вот-вот прозвучит стартовый свисток. И погнали. 3-4 получается. Пас на Шарля. Быстрый шар. Быстрый шар. Что ж ты такой пижон? Кам, а гол точно наиграл. Снова моментище. Мусалов оставил мяч в игре. Шар проткнул. Смотрите, какая скорость, какая грация. Передача. Гол. Гол. Игорь Турсунов не зря получил сегодня награду. И Шарль де гол. А теперь Шарль де пас. Но перестраховался. Мусалов. Какая ошибка. Бавин. Будет? Нет. Штанга. Ну что же они не хотят-то забивать совсем? Начинаться атаки СКА. Сугробов в последнее время достиг какого-то космического уровня. То, что касается игры ногами, а вот и красная карточка. Шар, что придумает? Шар бьет! У него и удар мощный. Салов ушел на противоположный фланг. Прим. Вот сейчас какой момент. Удар! И везет сейчас. Щеткин удар! Помазан, не зря я его вспомнил. Чуть позже об этом. Левицкий падает. И пенальти. Семенит. Удар. И очень четко. Отправляет мяч в сетку. Вот он, Надко. Достал мяч. Удар поворотом. Стародуб. Все. Сергей Куликов дает финальный свисток.